Всем привет, дорогие друзья, в основном колебать 73. Короче, ребят, я полазил, пошастал и так далее, еще намутил нам два задания, так сказать, которых, ну, интересных, так сказать, заданий. Давайте мы их выполняем. Это у нас задание Джуди и задание с... как ее зовут? Нэнси. Это с группы Самурая, которая была девчушка, с которой мы играли в клубе. Сейчас мы как раз выполняем вот задание Нэнси. А ты хочешь узнать? Вот это хорошо. И для меня, и для тебя. Вот это сейчас великая ошибка была твоя, пиздану. Сейчас ты огребешь! Надо убрать. Дался тебе этот Светон Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас... Мне пора. Маха насри. Ой, блядь, маха насри, пиздец. Мне кажется. Нет, нормально, чё. Ой, насри, блядь. Насри, убери, блядь. Я не пойму, сейчас ничего искать, вот, вот хоть убейте, ребят. Что это за звук? Как будто сверху. Бог.
Я просто десантировался, короче. Короче, вот там окошечко какое-то было с той стороны. Желтенькое. Возможно, это вот оно, подсказка. Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего? Ой. Философа? Есть только один способ узнать. Блять, ты, я не знаешь, больше всего вот эти взломы, блять, не, я не понимаю, почему ты так не работает. 1C. А, ну здесь все понятно. Сигнал совпадает с тем, что поймала Нэнси. И он уходит дальше в пустоши. Похоже, это прокси-сервер. Только не говори, что теперь мы собираемся. Почему туда. Нет? Да потому что это все херня. Чувак срет людям в мозг, а они и рады. Его откровение — это уровень трудного подростка-бунтаря. Но все на это ведутся. Разделение власти на три ветви подобно лоботомии для народной автономии. Блять, серьезно? Не нравится? Не слушай. Очень достойный ответ. Как будто я могу просто уши затыкать, всякий раз, как ты разеваешь хлебало. Докатись скатертью по жопе. На ближайший перемещатель. Блять, серьезно что ли, нахуй, а? Ой, блядь, нет, это прям вот бесит больше всего вот в этой игре. Это вот то, что он не залазит туда, куда нужно залазить, блядь. Это надо бегать, блядь, вызывать машину, блядь. Нет телепорта, блядь, на задании. Ну, смысл вот бегать по городу, блядь, просто так, ну смысл. Беру дробовик. Давай. Чисто просто пострелять маленько надо. Да, блядь. Понятно. Все понятно. Тут придется развивать опять машину.
Сигнал ведет сюда и снова обрывается. Качаем туда. Соси хуй. Наверху есть. Где же? Может, там у грузовика? О, черт. Опять роутер. Сведенбург. Какое-то задание странное вообще. Сигнал идет дальше. К другому терминалу. Знаешь, Ви, походу над тобой просто издеваются. Спорим, все эти точки на карте складываются в огромный Это мы еще посмотрим. Радио хоть навалит.
Их срежу. Ривер. Привет, Ви. Мне нужна помощь. По голосу слышу, что случилось? Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Окей, где и когда? Ночью, в Глене. Сейчас вышлю координаты. Сможешь? Постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. Ебать. Ну, наконец-то. Надо же. И Найт-Сити может быть прекрасен. Достаточно отойти подальше. Опять роутер, вы чё? Сука. Дай угадаю. Блять, я уже хочу на эту хуй забить, реально, ребят, вот на эту тему. Бля, вы ну чё? Сигнал ведет в другое пиздец. Место. Да. Слушай, а может это тоже своего рода послание от Светенборга? Жизнь — это движение. Нахер цель. Главное — путь к ней. По-моему, это полная чушь. Ну, хоть в чем-то мы достигли согласия. И куда ведет очередной след? На курсы йоги? Или в тибетский монастырь? Нет, а... в парк аттракционов. Ого! Вот это поворот. Ну что, Димон, тебе ближайше, не? Ебать. Thank you.
Какие-то ебуня заехал вообще пиздец. Срежу здесь, я ебал, как туда не ездить. Блять, неужели нахуй? Ебать, мы уже полчаса почти, блядь, выполняем это задание одно, это и пиздец просто полный. Я рассчитывал за серию два здания хотя бы выполнить, ну, блядь. Намного оказалось тут тяжелее, блядь, чем я думал. След обрывается здесь. То есть, он где-то здесь прячется? Может быть. А может, придется идти к другому терминалу. Увидим. Странное местечко. Хотя в образ нашего героя отлично вписывается. В смысле? Этот парк аттракционов иллюстрирует ужасы капитализма? В смысле, что тут полно тупых развлечений для дебилов. Капитал есть кровь системы мирового угнетения. Деньги – инструмент насаждения колониальной ментальности. Классовое разделение заложило основу для анархии. Это что такое? А это, кажись, и есть наш Сведенборг-Ривьера. Ну да, все на площадь. Великий пророк Найт-Сити говорит. Ебать, серьезно, что ли? Уржаться можно. Заводной философ. Дай-ка мне пару Эдди, посмотрим, что он еще скажет. Надо заглянуть внутрь. Чутье подсказывает, кто-то там уже рылся. Серьезно? Думаешь, это типа Пиноккио, который хочет стать настоящим мальчиком? Кто-то подсекал Сведенборга к сети. Так чего ты ждешь? Давай выясним, какие там секреты спрятаны. Средства производства должны прин... Охуеть, а как вообще... Давай еще спробуем. 55. 1C. Есть. Капитал есть кровь системы мирового угнетения. Серьезно, блин? Охуенно, блядь, Джонни, ебать ты красава, я долбоеб. Нахрен сейчас это выполнял, блядь, такой чушь, сука, полчаса убил. Ебануться. Короче, если я правильно понимаю, этот автомат кто-то взломал, изменил программу, и теперь Оракул изрыгает анархические призывы вместо предсказаний. А еще его подключили к сети через систему маршрутизаторов, маскирующую источник сообщения. Блять, да это гениально. Интересно, чья работа? Хочу пожать руку этому умнику. Не получится. По двум причинам. Первая, этот человек не оставил следов. Вторая, ты мертв, Джонни. Да ведь и правда. Вечно я увлекусь и забуду. Слушай, Ви, не выключай его.
Не беспокойся, Джонни. Я не оставлю жителей Найт-Сити без философа. Ну что ж, тогда за здоровье Сведенборга Ривьеры. Долгих ему лет жизни. Есть расширение. А, Ви, дай-ка угадаю. Звонишь сказать, что надоело биться башкой в закрытые двери? Должны принадлежать коллективному... Но не совсем. Мы кое-что нашли. Вы? А кто тебе помогал? А, да не. Это капитал, я себе, типа как государь-император. Короче, про Сведенборга. Это все розыгрыш. В смысле? Наш философ — это автоматический оракул, который генерирует случайные фразы из заумных слов. Кто-то подцепил его к сети. Теперь, небось, сидит и угорает. Обалдеть. Это даже круче, чем я думала. Спасибо, Ви. Дальше я сама. Деньги только что тебе отправила. Пока. Ну, блядь, ну, мало я десятку могу заплатить, хотя. И честно. Так, еще мы хотели выполнить с Джуди задание. Давай-то давайте его выполним. Завершим на сегодня как раз серию. Ебать, куда-то надо. Я приехал. Нормально. Подождем сейчас, конечно. Здорово. Привет, Ви. Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами. И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать, если ты не против. Как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных. Но, как ты понимаешь, получилась херня. Наверное, все спуталось. Интерференция, белый шум. Ага. Эффект был как в плохом артхаусе. Но я же упоротая. Давайте скипну, что ли, это? Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть мы будем писать в доме? Нет, мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пусть ищет другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Вот честно, ребята, вот что-то я тоже не хочу реально вот в воду лезть. Знаешь, я все-таки пас. Дайвинг — это не мое. Но я могу позвонить, поспрашивать людей, вдруг кто-то согласится. Нет, нет, не надо. Не переживай. Правда, я лучше сама все доработаю. Что значит сидеть? Ви...
Или понырять. Сейчас давайте сообщение прочитаю до Армейна, а потом посмотрим. Короче, давайте нырнем, короче, похуй. Так, так, я передумал. Все-таки хочу понырять. Окей. Переодевайся, салага. Давай установим тебе скроллер. Ну ладно, погнали. Ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Че, я? Ох, чё, бля. Уплывай далеко и старайся погружаться медленно. Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Хоть кислород, я же там в этом, в аквалангу. Течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Как я понимаю, вирты для тебя не просто способ срубить бабла. Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Но для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно. Искусство — просто триггер для эмоций. А брейн-данс — это и есть сами эмоции. Не, почему фонаря нет? Алло. Как его, на F нет? Нырнуть, ускориться, вынырнуть. Все, пришли. Подплыви ближе и посмотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне еще кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Знаю, это Сарантино. Only you. В яблочко. Все, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Погружаемся. Фонарик как будет, нет? Целый город. Что это? Атлантида. Наша. Личная. Этот город назывался Лагуна Бенд. Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестал существовать. А мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. Да, прикольно, целый город под этим. Чтобы это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но
Но вообще, сама идея казалась мне странной. Что дальше? Дайнер Фло. Лучшая едальня в городе. Она же единственная. Бургеры были так себе, слишком жирные. Конечно, это я теперь так говорю. Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может. А рядом, там мы жили. Соседняя дверь. Я и дедушка с бабушкой. Скажи, когда захочешь двигаться дальше. О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной. Это хот-доги в Капитане Кальенте с острым соусом из хабанера. И, конечно, вкуснее всего они были, если стащить их с прилавка. Назвался Кальенте? Будь добр делать соус, который прожигает насквозь. Странное место для фото в рамке. Да вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Не то чтобы. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно! Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. А я что-то не взял эту клюшку. Ну ладно. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени, в каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Смотри-ка. Даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Вода в бутылке. 5 баллов, Джуди. 5 баллов. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила, и выглядели не намного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсихов. Давай посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Да, немного представляю. Ха, а церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди, можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за.
Тебе нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что лагуну Бент собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И чем все кончилось? Сам видишь. Сука, я жирно не пролазил, бля. А вот. Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. А где она вообще? Она как-то же и тут оказалась. Я не понимаю, что это брюк, какой баг, что ли? Бак какой-то. Ой. Я не понимаю, это бак какой-то, она сквозь текстуру. Ну, блять, короче, как обычно, нахуй какая-то хуета происходит, ребят. Сейчас придется перезапускаться снова. НС. Новые детали. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. У меня ушло много лет, чтобы на это решиться. Ох, ебать. Ребят, короче, я вернусь на том месте, когда мы пойдем в церковь. Нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ребят, ходила? Я вернулся, короче. Я перезапустился, дошел до этого места. Сейчас посмотрим, что будет в этот раз. Нет, чуть за баг. Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. И тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень стыдилась того, что мне нравится одна девчонка. Дженни Чапман. Пизда. Накрыло нахуй. Ви, пожалуйста, прошу тебя. Ну, ёб твою мать. Ты жив. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно, не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал.
в ядовитой луже. Это твой конструкт? Не обращай внимания на его трёп. У нас сложные отношения. Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину вести не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из Лагуна Бенд. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? Ой, пусть кто убедил. Такое. Молоком и сахаром. Любишь все и сразу? Да. Ой, забыла включить генератор. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. А вот передатчики эмоциональных волн можно отрегулировать получше. Пару раз импульс от тебя был. Готово! Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Джуди! Черт. Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет, ничего. Ты мне не доверяешь? После всего, что было? В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироми. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли, и неизвестно, когда откроют. Ни говорить, ни думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Как липчик не удержится вопрос, если за застежки даже нет. Эта тёлка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у чёрта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Да, хорошая идея. Посидишь со мной немного? Я, наконец, сварила тебе кофе. Доброе утро. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще
Позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал, а теперь выплевывает. Все-таки этот город не для всех. Я тут вырос, думал, что успел привыкнуть, но... Но что? Теперь мне и самому уже хочется свалить подальше. Только время еще не пришло. Дай мне руку, Ви. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Вей. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Давай. Ну что ж, ребят, давайте на этом пока-то завершимся. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока.